Так какова же ваша цель? Та же, что у вас. Мир, стабильность. Земля, где люди смогут жить вместе, как равные. Почему же вы не в братстве? Мой отец был ассасином. И, насколько знаю, очень неплохим. Но я хотел бы иметь детей. Сложно жить в двух мирах одновременно, так что я выбрал один. Я понимаю. Но я помогаю, чем могу. Вот почему мы здесь. Расскажите о Томасе Хике. У него здесь в городе цех фальшивомонетчиков. Найдите его логово, и мы сможем его арестовать. Оказавшись за решеткой, он будет безопасен. Вы знаете, где он? Не совсем. Но я представляю, где можно начать поиски. Я слышал, тут ходит много фальшивых купюр. Явно дело рук Томаса. Честь, этот недоумок, что с луны свалился. Что за дрянь? Это не деньги. Крашеная бумага. Больше ты меня не проведешь, стража! Через Хартфорд шел. Жуткие пожарища. Удивительно, что хоть что-то осталось. Вы удивитесь ассортименту моего скромного заведения. Бессовестно разбавлять. А на что похоже светлое пиво во льве? Ищите выгодной цены? Вы ее нашли! Если тебя не потрясло мое предложение, ты, наверное, спятил. Нет, не слышал. Правда, они слегонца припоздали. Раньше надо было говорить. Сейчас-то что делать? Любитель спорта. Его место в бедламе. Наверное, весело тем, кто такое любит. Давай, парень, ладно, себя шмару посимпатичнее, да проваливай. Шмары молодец. Этот вообще надрался. Выгляди, обмучился с вами. Его послушай, так он баб никаких парень. А сам только одноглазого душит и душит. Да проваливай, бич. Его послушай, так он баб никаких парень. А сам только одноглазого душит и душит. Проваливай.
торгаш поднял крик. Привел стражу, но я от них удрал. Шеф будет в ярости. Было бы хуже, если бы не взяли. Да и у нас уже есть почти все нужное для работы. Иди, скажи ему. Я предупрежу всех. Шеф велел, чтобы все вернулись в лавочку. Сегодня нанесем удар. А как же эта заваруха со стражей? Я ж сказал, это ерунда. Никаких проблем. Но лучше держаться от них подальше. Не верится, что мы это сделаем. Как герой. Покончим с этой болтовней о революции. И станем знатнее королей. Ха, революция.
что все перевернуть вверх дном и испортить жизнь нам, честным людям. Честным? Да ну. Ну да, тебе, мне. Чего? Томас Хики? Допустим. Тебе-то чего? Вашего брата же не осталось. Значит, придется это исправить. Взять! Вон еще один! Хватай! Вот, вот! Взять его! Свежие нее! А ну-ка, отойди! Это мои деньги! Серебро! Разные деньги? Роних, и тебе конец! Тихо. Ты больше не опасен. А ты дурак, раз лезешь туда, где ни черта не смыслишь. Вашингтон единственный, кто сохраняет армию сплоченной. Убьешь его, и конец нашей свободе. Нет, парень. Не будет меня, им придется повысить Ли, и тогда... Вы оба арестованы! Да это обычная ссора. Чего такого, если двое мужчин разрешают вопросы по старинке? Может, договоримся? Тихо! В чем нас обвиняют? В сбытии фальшивых денег. Я ни в чем не виноват. Ну, конечно. Слушайте, тут все куда серьезнее. Этот человек хочет...